Компания «Энергосбыт Плюс» провела очередной день проверки долгов в офисе на улице Мирной. Любой клиент, имеющий задолженность за тепло, мог получить консультацию специалиста. Вместе с тем «Энергосбыт Плюс» призывает своих клиентов не переносить старые долги в Новый год. Мы призываем своих клиентов оплачивать ежемесячные начисления своевременно. Если образовался долг у клиента, то у нас есть акции, проводимые сейчас в «Энергосбыт». До 31 декабря можно погасить всю задолженность, дополнительно спишем начисленные пени. А также, если клиенты наши оплачивают предварительную квитанцию за декабрь месяц, они могут поучаствовать в розыгрыше в виде получения кэшбэка на лицевой счет в размере 1000 рублей. Валентина Худошина по счетам всегда платит вовремя. Говорит, понимает, что от регулярной оплаты квитанции зависит качество предоставляемых услуг. Я считаю, что в Новый год надо совсем новым, и долги, все старые долги оставлять в старом году. Если клиент не может единовременно погасить задолженность, энергетики готовы решить вопрос в индивидуальном порядке, предложить график погашения долга. Для этого необходимо обратиться в офис обслуживания или оставить обращение на сайте энергокомпании samara.esplus.ru. Максим Магомедов, Николай Епифанов, события.